Всем привет, дорогие друзья, с вами Клауд, и по просьбам многих желающих тоже мы возвращаемся в B-Siege, потрясающий, классный конструктор средневековых машин для убийства, и в этом видео мы не будем строить собственные машины, в этом видео я посмотрю машины других создателей, подписчиков и так далее, ну, чтобы пофаниться как-то немножечко, да, посмотреть, какие машины вообще, потому что делать какие-то суперсложные машины реально очень долго, и посмотреть хотя бы, как они работают и так далее. Давайте мы с вами посмотрим. Нужно только сэндбокс найти, я только что-то не могу найти его. Смотри, нашел. Вот, я закачал примерно 11 машин различной конфигурации, и можно будет посмотреть по очереди все. Ну, давайте первая машинка. Эта машинка, насколько я помню, должна захватывать. Надо все клавиши управления, только на все. Господи, как все сложно-то. Ой, ой, сука, клавиши параллельно. Давайте попробуем. А, значит, не едет. Хорошо. Значит, вообще не едет. What the fuck? Ну, up, down, почему ты не едешь? Почему? А, я же play нажал. Чё-чё. Настолько давно я не играл в B-Siege, что уже начинаю какой-то херней заниматься. Ну, давайте попробуем. У меня еще какие-то пушки есть. А, так. Стреляет, естественно, понятное дело. Поворачивает. Господи, что я там взорвал-то? Прикольно. Неплохо, в принципе, катается. И использовать устройство. Сейчас посмотрим, как это делается. Так, на двоечку-восьмерочку стоит у нас поднятие вверх-вниз. Смотрите, как прикольно. Но опять же, вот эта штука, загибающая эти вещи, по-моему, новые появились, да? Вот эти, которые... О, господи. О, господи. Серьезно? Так... Она просто поднимает, подожди, я клавиши-то не посмотрел. 2.8 поднимает, Enter и V это притягивает, Enter и плюс что-то делает еще тоже, да? Все, мы запомнили все клавиши. Расцепляет. Ой, мы сломали, мы смотрите, мы свою же руку сломали. Ага. Так, уменьшаем скорость. Чтобы меньше тормозило все это дело. Попробуем что-нибудь взять, есть какие-то... Тут на карте у нас предметы, которые можно тягать. Я что-то не вижу, честно говоря, я уже не помню. Фиг его знает. Попробуем тогда тех людей убить. С помощью этой фигни, как думаете, получится? Такая черепаха такая. Так, у нас плюс это сюда, Enter сюда. А V цепляет, понятно. Поехали. А сейчас стрельнем в них, чтобы они там не расслаблялись сильно. Вот. Теперь можно... Так, неудобно управлять мне тут. Микрофон стоит прямо впереди. Ха! Ну, куда ты пошел-то, а? Иди сюда, на. О, я, по-моему, поднял его, нет? Вау! Ты его у меня перевешивает, да ладно, серьезно, не может быть. Давайте из него кашу сделаем. Ой, расцепляйся. Ай, ай, ой. Чел, он живой, главное, еще самое, что смешно. Все развалилось к чертям. Так, а что если мину взять? Тихо, тихо, подведем мину, возьмем. Так, сюда. Сюда, 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 аккуратненько. Понижаем. Так, камера, покажись. Чё она взорвалась-то сразу? Чё, пушки сами стреляют? Какого хрена? Так, надо придумать, что же взять-то? Может, деревья наведаться, как думаете? Ну, чё-то на сэндбоксе нету, к сожалению, хватателей, поэтому, в принципе, эта машина полезна только на самой последней, на одной из картик, там, где нужно поднимать эти штуки. Как называется, подъемник такое дело. Но там можно будет другими. Подъемник можно проще сделать. Попробуем этой. Что там уже? Тихо, тихо, тихо. Опускаем. Ай! Я хотел взять! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай, горим, горим, горим! Нет! Ничего не берется, к сожалению, машина
принципе, не имеет практического применения в песочнице, потому что ничего захватывать, по-моему, песочнице не нужно или нужно. О, я придумал, куда мы сейчас ездим. Тут есть прикольное место одно. Если, конечно, доедем. Какое-то управление... Упорото немножечко. Ну, по-моему, мы уже разделились, нет? Ну да. Так, хорошо. А поехали скатаемся к чувакам сначала. Пониже поставим эту штуку. Я хочу сразу всех схамкать. Так, подъезжаем и нажимаем Enter, да? О май гад. Сколько там трупов висит. Давайте приблизим, посмотрим. Бедные люди. Бедные люди. Так, ну... О, слушайте, она расцепилась. О, смотрите, она такая, ура! Это типа, я рада. Ура! Двух чуваков зажарили. Yes. Так, я хочу еще уехать, посмотреть, попытаться сделать что-нибудь здесь. Что будет, если мы заедем сюда? Ну? Опа! Мы живые были, вроде бы. Нет, падаем, падаем. Нет, поднимаемся. Падаем, поднимаемся. Ладно, веселая машина, на самом деле. Но практичности, песочности реально не имеет. Столько может продаться какой-нибудь... Ну, не знаю, давайте попробуем сейчас мину взять. Просто хочется все-таки взять ее, попытаться. Пускаем пониже. Надо, в общем, нежненько ее взять. Можем нежненько ее взять. Так. Нежненько не получается. Ну, прикольная машина, прикольная. Давайте смотреть следующую. Тест номер два у нас. Вот он. Так, это у нас какая-то... Гигантский какой-то трибучет, что ли? Как он работает, покажите мне. Так, есть L и V у нас. L и V. Это J и V или это скобка? Похоже на... Ну, хрен, попробуем L и V. По-моему, это скобка. Так, а что ты делаешь, кстати, машина? Play. А, вот она чуть... Надо было отпустить, понятно. Тихо. Так, замедляем тогда пониже, чтобы я успел. Понятно. Понятно. L нельзя делать, только V, наверное, да? Ну, настоящий трибучет, кстати. Вы заметили? Конструкция просто адская. Полетел, полетел, смотрите. Фудыщ. Но он работает только сразу, к сожалению. Ну, смотрите, все очень просто, да? Трибучет тянется. Как он... Как эта штука вообще не взрывается? Подождите. Она же по полу тянется, или ошибаюсь я? Ну, блин, ну нормально. Такой многовесовый блок просто закрепляется и работает. Просто шикарная вещь. Ну, вот так вот работает, ребят, трибучи. Это очень круто смотрится. Но пока такого применения особо я не вижу в нашем случае, поэтому посмотрим следующий мод. О, это вертолет. Клавиш, наверное, дохерище. Так, мне надо сюда немножко отправить микрофон, чуть левее поставить, потому что иначе я не смогу управлять всем этим. Ну попробуем, так, господи, это все очень сложно, столько клавиш. Так, это вот эти штуки, что они дают? Пока я не понимаю, что они дают. Понятно, все стоит на клавишах, что ли, получается? Понятно, не на этих клавишах. Почему-то странно, что иногда... А, вот, есть цифровые ки, да, вот, которые управляют. Они в скобочках, наверное, есть просто ки. Давайте попробуем 8-4-6. Слушай, ну я не поворачиваю. 4. 4 стреляют. Бомбы пошли. 1, 2, 3. Это еще одни пушки. Так, ну вот это крутой определенно, да, но я не могу им почему-то управлять.
Так, ашки ты захватываешь? Что такое ашки? Ага, выдвигается для плавного приземления, что ли? Прикольно. 1, 2, 3, там мины стоят. Вот, видите, клавиши 6, 8, 4, они не работают почему-то. Я вот нажимаю. Это скорость увеличивается. Понижение можно скорость сделать. Да, это мы нашли. Теперь попробуем поворачивать. Не поворачивай, скотина. Слушай, ну скорость реально работает классно. Держит, да? Ой, что-то взорвалось там. Так, а если аж... О, я придумал, как управлять. Видите, как это управлять? Ой, чё-то, ноу. Пошло все разваливаться. Так, какие еще клавиши я не использовал? Ну, эти штуки используются, видите, вверх-вниз, это мощность роторов. Оно работает, я проверял. Пятерочки, четверочки, это стрелять верхними и нижними пушками. 1, 2, 3, это у нас выбрасывать. Аж делают эти штуки выбрасывать. Почему не работает задний пропеллер? Не очень могу. Давайте попробуем клавиши переназначить. Это можно сделать вот так, по-моему. Точно не помню, но попробуем. Сейчас. Так. Или подождите, просто надо быть автоматик, наверное, и все. Почему это автоматик? Убираем автоматические повороты. Вот так должно работать нормально. Вот, вот, все. Стоял просто неправильно, ребят. Все, теперь можно управлять. Вверх, вниз и так далее. Попробуем приземлиться, кстати, очень хочется посмотреть. Так, выдвинули. Плавненько, стоп. Вверх. Так, как теперь назад вперед это делать? Я что-то не очень понял. Хорошо, это у нас поворот идет, да? Угу. А что ж тогда у человека стоял на 8,2? Берем автоматические вращения, посмотрим, что будет. Так, у этих тоже, что ли, автоматические вращения стоит? Пускай стоит, в принципе, я не против. Ага, ну вот, да, все, полное управление, смотрите, вперед, назад можно делать, да, налево, направо. Полное управление у нас есть. Вверх-вниз, хочу приземлиться на эти опоры, посмотреть, что будет. Тихо, опоры выровняем. Ровненько. Они тоже, видите, влияют на вес. Снижаемся. Задний ход немножечко. Чуть подгазовываем. Класс, да? Смотрите, он стал реально на опоры. Можно даже груз бросить. Слушайте, ну очень круто. Единственное, что управлять, конечно, не очень удобно. Сейчас я смещу микрофон немножечко, будет немножечко смещенный звук, наверное, может быть. Но попробуем сейчас нормально полетать. Так я уменьшу скорость, потому что я иначе не смогу успеть следить за всем. Поворачиваем налево. Пойдемте уничтожим, допустим, деревню. Сейчас я уничтожу деревню. Вернемся. Уменьшаем скорость. Все. Ай, перестарался. Понижаемся немножечко. Вот так вот. Слушайте, как круто сделано, да? Ну, я вижу, теперь вижу, как сделать. Это несложно, в принципе, надо только грамотно все замутить. Так, как теперь нужно... Так, мы чуть пригибаемся, четверочку жмем. Давайте попробуем. Не попал немножечко. Прогибаемся вперед. И вперед. Прогибаемся, стреляем пятерочкой. Yes! Я это сделал. А, еще этот вертолет может быть... Подождите, еще вертолет двигается влево-вправо, да? Я так подозреваю. Девятка стоит. И да, авторотацию берем. Просто по дефолту почему-то играю поставил авторотацию. И теперь можем даже боком двигаться. Сейчас вам покажу. То есть мы можем отодвинуться и можем просто боком, допустим, влево-вправо двигаться. Очень круто сделан вертолет, мне очень нравится. То есть все предусмотрено абсолютно. И как видите, несложно было его сделать, на самом деле. Я думал, что будет реально сложновато. А нихера. Так, тихо.
Если что, надо успевать управлять, конечно, нормально. Ну что, сбросим тогда бомбы? Полетели. Тихо. Тихо. Ну медленно-то еще нормально, можно брать. Быстро, наверное, можно убиться на этом вертолете. Тихо, тихо. Подтормаживаем, подтормаживаем. Разворачиваемся. Ай-яй-яй-яй, вперед, 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 как все, как все, как все. Сложно, блин, ну, сложновато управлять, честно. Но очень круто. Потормаживаем, потормаживаем. Сюда. Так, нужно сдвинуть. Тихо, тихо, тихо. Ну что, сбросим? Как думаете? Давайте. Один, два, три. Ух ты. Ай, ротация. Блин, физика пошла. Ну рядом, 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 почти. Надо попытаться сесть будет. Так, если ускориться на 100%, как мы там вообще нормально летаем? Ух ты, 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 ух ты. Почему он не так немножко летает, как я предполагал? Надо перенастроить некоторые клавиши. Его крутит. Так, тихо, 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 тихо. Почему он свисает? Скотина, я хочу там приземлиться, он там. Так, замедляем нафиг скорость. Пытаемся приземляться. Снижаем скорость, убираем ротацию. Даже скорость повышаем пока что. Повышаем, повышаем, повышаем. Ашечку упускаем. Так. Ну, в замедленном легче управлять, на самом деле, если честно. Намного легче. Я хочу влево. Видите, неправильно работают эти штуки. Семерка, девятка местами неправильно стоят. Сейчас поправим, подождите. А, семерка, девятка. Вот девяточка стоит неправильно. Теперь нужно поставить тут семерочку. А тут нужно поставить девяточку. Местами стоит не теми, короче, грубо говоря. Здесь должно быть все классно работать. Так, ашечку. Разворачиваемся. Замедляем ход пропеллеров. Ой, слишком, слишком, слишком быстро, слишком быстро. Поднимаемся чуть повыше. Давай. Я, может быть, немножко тихо говорю, микрофон стоит просто сбоку тебе, потому что мне неудобно управлять. Микрофон не на весу мне. Так, почему я эти штуки дергаю? Все, эти штуки не дергаем. Потормаживаем вперед. Давай. Не-н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 е. Ой, как же сложно-то управлять-то всем этим. Я хочу туда приземлиться. О май гад, да, да, приземлялись. Нет, я все-таки сегодня куда-нибудь приземлюсь. Давайте сам вверх залетим туда, пытаемся. Надо просто грамотно сделать это. А, опять эти штуки трогать. Нельзя эти трогать правее. Надо вообще отключить эти клавиши, потому что они нам мешают. Вот, типа отталкиваться сделаны. Почему? Зачем мы сделали поворотное, непонятно. Так, 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 так. Тихо, тихо. В принципе, он адекватно работает полностью. Снижаем скорость. Вперед. Так. Давай, давай, левее, левее, левее. Вот он. Не, полностью адекватно. Надо, конечно, привыкать к клавишам управления, но работает шикарно. Выше, 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 тут, 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 сюда, тихо, тихо, слишком, слишком не ускоряйся. У нас все, понижаемся, понижаемся, все. Ну, очень сложно приземлиться, ребят. Просто жесть какая-то. Ладно, 100% ставим, ну, примерно 100%. Давайте посмотрим другие моды. У нас был третий, по-моему, да, сейчас четвертый посмотрим. Господи. А, ну это гусеницы знаменитые.
влево-вправо и ашки, да, у нас работает так. Сейчас можно микрофон вернуть на место. Так. Давайте пробовать. О, главное, сам едет почему-то. А что такое ашки? Раздавили гусеницы. Так, он едет сам. Значит, опускаем сначала вниз машину. Потом мы разворачиваем ее. Куда-нибудь сюда поедем. Что делать ашки, я не очень понимаю. Но попробуем посмотреть еще раз. Нельзя управлять скоростью. Можно только ездить. А, ну видите, как все печально. Они еще загораются. Там мины стоят, понятно. Предлагаю замедлить все-таки скорость, чтобы я успевал реагировать. А он не работает, ребят, подождите. А право-лево, да? Аш. Аш раздвигает гусеницы, сука, я понял. Только зачем это сделано, не очень понятно. Очень медленно поворачивает. Очень медленно. Туда, короче, не вариант. Не самый лучший вариант по гусеницам. Так, пробуем куда-то передавать. Сюда, что ли? Раздвигаем гусеницы. Зачем раздвижение гусениц происходит? Я не очень понимаю, что дает нам... Ух ты. Выжишь? Слушай, ну конструкция пока держится. Но она неправляема, она не поворачивает нифига. Очень плохо поворачивает. И что, и куда ты поедешь? Вперед? Смотри, что происходит. Так, а что если поэкспериментировать с моторами, да? Ну, мы видели все клавиши, мы сейчас все уберем, чтобы не мешали. Попробуем мотор стать, который крутит, да, наверное, автоматик. Ага. Давайте средний уберем. Автоматик, автоматик. Оставим только задний, допустим. Посмотрим, как там со скоростью будет. А, ну я еще далеко не все перевернул, понятно. Ну, теперь хотя бы легче поворачивает. Хорошо, все очень просто. Мы сейчас уберем вот с этих тоже. Мощность. А, вот с этих. Вот с этих. Оставим только на задних. Посмотрим, что будет. Я же управил мощность-то с вас. Ну. Все, только задняя работает. Одна. Две. Ну не круто, смотрите, почему-то. Зато как поворачивает, хорошо, смотрите. А, ну, короче, понятно, схема такая сделана, что не понимаю, зачем сдвигать, правда, эти штуки, но клавиш лево-вправо я просто увеличивал скорость этих вещей, этих машин. Можно одновременно нажать обе, будет кататься. Подождите, мы сейчас, знаете, что сделаем? Что там еще крутилось, давайте посмотрим. Все, вижу. Сообщение будет ничего, да, вот, нет, крутится последний, сейчас я вам покажу просто. Это из автоматик. Вот почему вы загружаете файл и игра делается в автоматически шестеренки, те, которые не должны быть автоматически. Сейчас посмотрим, смотрите. Вот видите, теперь все нормально стало. Только зачем сдвигать, я не очень понимаю. Ну давайте попробуем. Может быть, сдвигать, чтобы лучше ехало? Если одновременно нажму лево-вправо, будет прямо ехать. Влево отпущу, будет поворачивать туда. Вправо отпущу, будет поворачивать налево. Очень круто сделано. А две зажимаете клавиши, едет прямо. Нереально очень крутой мод. Так, поехали туда нафиг. Сядем наверх. Ну, поедем. Сейчас вниз будем падать. Развалились. Хорошо. Давайте теперь тогда полный 100% вариант выберем. Раз сами теперь управляем. Попробуем подавить народ. Реально танк работает так. Ашку. Ага. А если нажму вперед-назад, то она будет просто ехать вперед-назад. А, на задний ход дает, понятно, все. Пробился, как работает система. Ниппель все вручную. Так, куда бы скататься, только теперь вопрос. Сейчас задний ход сделаем. А, может это я смотрю, может это задний ход оказывается.
Хрен его знает. Ну, вроде да, получается это так. Что сейчас будет? На меня что-нибудь польют? Оу, куда он полетел? Гусеница слетела, черт. Ай, гусеницы потерялись. Какого хер? Прикольная гусеница. Ну, рабочая, как видите, только нужно править файлы, после того, как загружаете. Так, пятый тест, это у нас машина с рейлганом, по-моему, если не ошибаюсь. Смотрим кеймейперы. LJK повороты, да? Посмотрим, хорошо. Так. Это поворачивает машина, просто едет. Ха, просто выкатилась. Да уж. Ладно. Ладно, уменьшаем скорость, как всегда. Так, легче будет ориентироваться. Так, кстати, я хотел повернуть в какую-то нормальную сторону сразу машину, вот в эту. Так, и стреляет она с помощью, это, по-моему, натягивания, да? А какие еще клавиши есть? Так, K-H... Джей. Джей? Ага, K-H. Можно целиться, кстати, видите, специально сделано. Ну, классно сделан аппарат, да? Так, ну и стреляем. L. Под один раз только стреляет. Но схема приличная, приличная. Так, а H это у нас какой поднимает? Среднюю? Прикольно. Среди не нужна была. Давайте попробуем 100% это сделать. И попробуем поехать поближе, подъехать. Ну, стреляй. Прикольная машина, но после одного, на один выстрел, и после этого выстрела она еще к тому же теряет свою эффективность. Видите, все ломается внутри. Ну, интересная машина, мне понравилась. Так, это был пятый, значит, нам нужно шестой найти. Вот он, шестой тест. О, господи, что это? Раз скачал, значит, что-то будет веселое, да, получается? А, это паровоз. Ребят, паровоз. Реальный работающий паровоз. Смотри, она, по-моему, могут не поворачивать, если я помню, чувак писал. Так, раз. И мощность. Раз. Так, сейчас. Не в ту сторону. И раз. Застревает мощность. Может, потому что там какие-то авто... Ну, конструкция интересная, да? Сейчас мы посмотрим на замедление. Конструкция паровоза такая. Это же надо было каким-то инженером быть, чтобы придумать такую конструкцию. Я бы такое в жизни, наверное, не придумал. Очень сложно, мне кажется. Поднимает эти штуки. Толкает. Проскальзывает. Не хватает инерции. Может быть, скорости не хватает? Давайте посмотрим, что у нас на скоростях здесь стоит. Так, что, что именно толкает? Вот они. Толкает пистоны. Что если нет? Ну, замедление бесполезно. А что он такой у нас? Тагл мод. А если убрать тагл мод? Вот. 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 Проскальзывает, но едет. В общем... сделано не до конца, может, грамотно, но вообще очень сложная схема, на самом деле. Цена очень круто сделана. Респект чуваку, который сделал. Мне, например, очень понравилось. Седьмая у нас что было? Ой, это говорит летающий, реально работающий самолет был написано. Давайте смотреть. Очень много клавиш. Вверх-вниз, влево-вправо. Так, и на клавиатуре. Так, опять я сдвигаю клавиатуру. Сейчас посмотрим. Во-первых, уменьшаем скорость. Во-вторых... Поворачиваем конструкцию куда-нибудь в ту сторону лететь. Давайте пытаться, что ли. Так, сейчас, надеюсь, будет не сильно будет эхо слышно. Так. Так, хорошо. Как запустить все системы? Подожди, я H нажму. HJK. Я что-то забыл по клавишам, подождите. 4, 5, 6. Инвента, а это вверх. Все, понял, понял, понял. Что, поднимаем? А я последний не посмотрел. А, нет, работает. Проблема схемы в том, что
Знаете, в чем вся проблема схемы? Что больше 4 клавиш не зажмешь на клавиатуре, потому что работать не будут. 6, 8, 4. Так, 6, 5, 4. Сейчас проверим их все. Этот. И вот этот работает, понял. Так, схема рабочая. Просто надо придумать, как ее запускать нормально. Так, это вверх. Вот он пошел. Пошел разгон. Мы так просто взлетим, не хватает мощи. Нужно хотя бы чуть-чуть использовать 6 или пятерочку. Вот так вот. О! Епическая хрень, я лечу! Он работает! О май гад. Он работает, но мы скоро разобьемся. Нифига! Я так не сдамся просто, а мы запустим этот мопед, давай, нет! О, он не разбился почти. Так, это вверх, значит, это... А вниз клавиша работает? Влево-вправо. Я думаю, что нам надо вниз сделать восьмерочку. Хотя хрен, в принципе, так нормально. Так, и полетели. Ай-яй-яй-яй. Выравнивайся, выравнивайся. Слушайте, ну рабочая конструкция. Сейчас мы еще далеко отодвинем. Офигеть. Он летает. Ребята, он летает, он здесь. Восьмерочка у нас что делает? Восьмерочка у нас как раз таки выравнивает его, да, если что? Ага. Офигеть, ребят, просто круто, да? Поближе. Реально рабочий самолет, кстати. Мощности можно поднять ему больше. А что 100%? Я вообще кого-нибудь убьюсь, наверное, да? О, щит, посадка будет не из легких. Слушайте, нормально приземлились. Я думал, что все, убьемся насмерть. Нет, ну нужно управлять таких... На таких сложных конструкциях нужно на 35% управлять, потому что это очень сложно получается. Тихо, лети. Лети, дура, лети. Я же все скорость включил. А, все, понял, как это управляется. Ага. Нет. Нам нужны только вот эти два. Ах, не, давайте повернем хотя бы хоть раз. Так, нужна восьмерочка. Чтобы чуть выровнять самолетик. Пятерочка. Разворот мы делать будем сегодня, нет? Я же что не вижу. Давайте в космос улетим. Пятерочка. Выравнивайся. Давай. Так. Восьмерочка. Опусти носик. Подними носик. Так, максимальная скорость. Я не сдамся. Давай. Вы знали, что в игре в самом верху можно лететь? В итоге можно заморозиться. Вроде как. Сейчас мы выровняем это все дело. Вот. Ага. Так. Сейчас поднимаемся максимально. Так. Жопу подняли вверх чуть-чуть. Ой, я падать начинаю. О, нет. Фух. Ну, очень крутой самолет, да? Давайте попробуем приземлиться, и тогда уже все. Сейчас я... Так, нужно пятерочку поднять, чтобы не убиться. Эй, что с тобой? Что с самолетом происходит? Куда мы улетели? Какую-то бездну улетели. В общем, полностью рабочий самолет, реально очень круто. Короче, на стрелочках управляется у нас газ вверх, то есть основные вот эти вот работы, сейчас вам покажу.
Вот они работают вверх-вперед. То есть у него вперед двигатели, наверное, вверх работают, да? То есть вот эти и вот эти боковые. Влево-вправо поворачиваются в воздухе с помощью цифровой клавиши 4-6. Восьмерочка это вниз, 5 поднимать нос вверх. Ну и влево-вправо можно еще вот этими колесиками тоже. В общем, очень круто сделано, мне очень понравилось. По-моему, просто потрясающе круто. Очень классная конструкция. Так, дальше у нас идем. У нас, по-моему, восьмерочка, да, сейчас на тесте. Господи, что это? Это бульдозер, ребята, это бульдозер. Что там с клавишами? Ашки. Конечно же, авторотейшн стоит, да, на всех, нет? Сейчас проверим, вообще рабочие. Рабочие. Да погнали, че. Сейчас назад отъедем только. Возьмем чуваков давить. Сейчас прям покажу камеру поставлю, чтобы прям вы все видели. Так, газ в пол. Блин, как он еще не разваливается, но очень круто. Он реально едет, и реально рабочий бульдозер. Офигеть. А только скорость побольше поставить, а то мы еще замучимся. Ай, стоп, отвалилось на что-то. Перестарался я. Так, ну 100% можно поставить. Хотя будет тормозить. Я уже чувствую, как тормозит. Так, поехали. Как тут газ? Все. Аж еще эта штука делает, смотрите, сзади что-то отделяется непонятное. Натина. Бульдозером херачил к стене. Слушайте, ну реально рабочий. А, вот еще кто-то живой. Стоп. Как ты живой-то? Я тебе не дамся живой. А, вот так вот. Ой, мы развалились. Хьюстон, у нас проблемы, мы развалились. Но конструкция прикольная. Посмотрим еще с клавиатуру. Так, еще на цифрах что-то у нас еще стоит, да? Или это дополнительное управление, сейчас посмотрим, что на цифрах стоит. Хержа себе, что он может. Так, это опускается. Что еще может? Сломался. 1.4.7, да, 1.3.7 работает. Попробуем еще раз. Поднимается, опускается. А семерочка что у нас? Что должна делать? Ничего не делает. Непонятно, что делает. Слушайте, ну вообще все круто работает, да? Аж сзади какая-то фигня расстегивается. Не знаю, зачем это работает, но, в принципе, давайте попробуем этой штукой. Если я опущу пониже. Минус гребсти. Что будет, если мы минус сгребем? Вообще, поможет, нет? Максимально вниз. Поехали. Так. Но бульдозер сам не выживает. Ой, я придумал, куда мы сейчас заедем. Тихо, вот сюда. Если, конечно, заедем, я подниму бульдозерную херню эту. Так. Четверочку. Поехали. Такой медленно копается, медленно едет, но едет. А заберется? Да ладно. Овечка, ты что такая прижалась? Овечка, иди отсюда нафиг. Сучка. Видишь, я тут заезжаю. Чего она трется ко мне? Он хочет описать мой бульдозер, что ли? Валит туда нафиг. Фу. Ой, он сломался, кстати, этот. Ладно, прикольный бульдозер. Мне понравился. Девятое. О, май гад. Вот еще одна потрясающая, судя по всему, конструкция, которая почему-то... Так, стоп. Как там с контролом можно было убирать? Или иксом. Какая-то херь здесь. Сейчас все уберем. О. Так, вот конструкция машины. Вроде бы должен быть рабочий. Нормально едет. Не едет, смотрите, конструкция не работает. Во-первых, она очень жестко тормозит, я уже вижу. Так, а почему ты не работаешь? Давайте попробуем починить ее. Ага.
Хорошо, хорошо. Так. Как он стоит, покажите мне. Угу. Почему не могу? Так, хорошо. Копи. Пасты. А я не могу, это разные шестеренки? Или не ту шестеренку? Подождите, двигатель только один привод у нас получается. Так, как она работает, схема. Понятно, у нас какие-то поломки идут, да, сразу? Угу, как же ее починить-то, по большому вопросу, я даже не знаю. Еще раз медленно посмотрим, как она газует. Вот эта херня, вот это редуктор сделан, да? Просто херить можно. Тогда подождите, тогда я не понимаю, почему у нас эта штука тоже не подается. Medium, то что пишет? Powered GOG. Я хочу такую же-то всунуть. Они отличаются как-то? Ага, понял. Мы сейчас усовершенствуем конструкцию. Так, теперь кей, покажи мне, что у нас здесь на 200x увеличено. Ну-ка, давайте. Вот сейчас будет лучше ехать, сейчас будет правильно ехать. Там из-за того, что она была недоделана, грубо говоря, поэтому у нас проблемы. Сейчас будет все то есть четко. Что-то я перестарался. Может, мощность этих слишком большая мощность? Что происходит? Мы буксуем, да? Так, хорошо. Вернем. Хотя поворотники работают, поворот хотя поворачивает, повороты и поворачивает. Сейчас мы аккуратненько поедем. О, вау, она работает, ребята. Охренеть, вот каким надо быть крутым инженером, чтобы сделать такую штуку. Но! Вот эта штука, вот эта часть, она вообще не нужна. Достаточно поставить в какой-то момент вот на эти колеса, просто на шестеренки, и все. Нафига вот эта штука была делать, не знаю. Ну, просто круто выглядит, как будто такая раздатка, да, получается. Ну, а с практичной составляющей вообще никакой нету этой штуки. То есть лишний элемент, который может поломаться лишний раз, нафига такое нужно. Давайте посмотрим, как она вообще катается. Она тормозит на этом. Ага. Кадров 3 в секунду показывает в лучшем случае. Вот так комфортно. Давайте еще 40 сделаем. О, народ пошел, смотрите, падать. Что он творит? Какие-то камикадзе. Ну, очень круто сделано по инженерной точке смысла, но шестеренки посередине, раздатка такая, она вообще бессмысленная абсолютно. Можно было просто поставить шестеренки. Вот на эту и на эту поставить мощности будет работать. Офига там такая вот раздатка. Я думаю, что сделано чисто для крутости, то есть для красоты. Тоже смотрится прикольно. Ух ты. Ну очень крутая машинка, да? Просто, блин, охеренная. Конструкция меня вот как паровоз поражает. Вот люди додумываются таких вещей просто. Накинуть быть крутым инженером, чтобы это все делать, я не знаю, но это очень круто. Вау. Я впечатлен. Подвеска, рессора сделана, все просто супер. Шикарно. Просто шик. Ладно, машинка веселая, но практичность тоже мало смысла имеет, поэтому просто пропустим. Девятый мы смотрели? Девятый мы смотрели. Тогда посмотрим десятый. Это вертолет, да? Так, у нас есть Ашки и Вэшки. Нет, это не вертолет. Ашки и Вэшки. А, это какая-то катапульта должна была быть. Но она не стреляющая, да? Посмотрим. Так, какие еще клавиши там есть?
Ага, все, понял. Смотрите, короче, что сейчас происходит. Тормозить все. Вот что происходит. Так, Ашка. Вэшка поднимает вперед. Что делает Ашка? Ашка выдвигает еще выше. А стрелять на букву С. Серьезно? Подожди, а почему? В чем проблема? Блин, надо убрать, я уже понял, клавиши. Надо расстрелять вот этим конусом вперед, да, получается? Она им стреляет, давайте посмотрим хотя бы вообще. Он хотя бы вылетает. Конус вылетает, но при этом взрывается нахер вся машина. Хорошо. Что можно сбить конусом теперь, надо посмотреть. Давайте попробуем башню нахер сбить конусом. Вдруг собьем. Так. Окей, сделаем очень медленно, скажем, 20%. Так, вышечку держим. Ашечку подключаем. Еще выше. Стреляем. Конус, видели, полетел он там. Охренеть. Так, еще медленнее ставим тогда. На вышечку. Так, камера. Камера. Есть свободная камера здесь у нас? Хер его знает. Вэшечка. Стреляем. Вот видите конус, смотрите, вот конус летит, смотрите, вот он. Высоко тоже пошел, да? Ну, такое красиво, да? В игре что сделано? Взрывы, конечно, просто... Вот взрывы с этой физикой просто нереально крутые. Так, я понял. Попробуем просто стрелять вперед. Так. Конус глюканул, понятно. Сейчас посмотрим. О, потому что не успела машина опуститься. Так, опустилась. Теперь 5%. Стреляем. Вот он полетел, вот он, видите? Но не в башню летит, скотина. А что сразу стрельнуть? Он врезался, вот сейчас попал. Хорошо. А что, если машину поставить в эту сторону? Ну, в бильницу поставим. Вроде ровненько стоит. Так. А что, если просто Ашну поднять? Ага, понял. На нижней точке ловим ее, стреляем. Конус пошел. Конус куда-то вверх всем улетает. Вот это круто. Ну, красиво смотрится. Ну, я примерно как моя ракета. Когда, помните, я ракету делал? Даже так все разлеталось. Но при этом запускал ракету. Тоже, кстати, с конусом запускал. Сразу летает. Так, ровненько стал. Еще далеко летел. Подожди, почему так трясет-то? Пускай успокоится. Давайте увеличим, чтобы она успокоилась. Все. Запускаем. Еще курица, слышали, прямо в этот момент запуска такой. Да уж, не знаю, что просто избивать здесь этим конусом, он особо ничего не сбивает. А, ну попробуем вот эту штуку сбить, кстати, почему бы и нет. Если он так легко улетает далеко, почему бы и нет. Play VH. Поднимай, стреляем. Кто видит конус? Вот он попал. Видели? Вот он лежит. Я и хотел сюда попасть, офигеть. Вот это круто. Ладно, дорогие друзья, давайте посмотрим последнюю модельку, будем заканчивать, если вам нравится. Так, загрузить нам нужно модельку, последнюю, 11-ю. Я, в принципе, выложу, наверное, на своей страничке ВК все эти последние моды. Ну, это какой-то очень наворочный вертолет у нас получается. Повешу с авторотацией полностью. 1, 2, 3, подождите, EJKH. Господи, как все сложно-то. Ну попробуем сейчас полетать на нем.
Так, на 50 сделаем. А что, я клавишу, что не тебя дергаю, что ли? 1, 2, 3, господи, как он сложный. Хорошо. 1. Изменять направление. Что запускает двигатель? Я что-то пропустил? Левый Shift Control запускает двигатель. Господи, это очень сложно. Тот был газу попроще. Выкинем лишний груз. Так, ну давайте. Так, изменяем лопасти вот в эту сторону, да? Но это более такой навороченный отряд, мне кажется. Более такое сложное управление будет. Так, изменяем угол наклона. Должен взлетать. А если в другую сторону? Подождите, не хочешь взлетать? Подождите, надо вот так вот поставить. Правильно? Вот так же? Должен взлетать. Проверим. Ему не хватает мощности просто. Хорошо, поднимем еще эти носики. Так, вот это же так. Не этот, не этот. Вот. Ну да, тут было, конечно, как-то полегче управление. Этот тоже как-то пытается взлетать. Но то ли не хватает и мощности совсем. Нужно найти идеальный угол, что ли? Я не могу найти идеальный угол. Уже не тот пошел. Но! Надо сбросить эти штуки бомбы. Тяжело слишком сильно. Ему не хватает мощности взлететь. Подождите, надо в чем-то посмотреть, разобраться. Еще есть какая-то уё. Что такое уё? Давайте посмотрим. Так, поднимаем немножечко эти штуки. Включаем развод. Что такое уё? Ага, я понял, что такое делает уё. Слушайте, ну круто, он реально может управлять этим штукой, этой штукой. Ну, это более сложная модель, но она у нас не взлетает, к сожалению, пока что. Не, взлетает, смотрите. Так. На EQ ставит эти... А, вот еще помогает. Ну-ка, 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 сейчас посмотрим. Сменяю направление, Shift. QE это просто рулежка влево-вправо. Не хватает мощности основных двигателей. Так, надо что-то придумать. А что заставляет вращаться? Эта штука получается, да? Сейчас посмотрим. Ну да. Заставляет вращаться эта штука. Как сделать так, чтобы она была грамотно построена? Пропеллеры стоят. Надо мощность взять. Откуда можно взять? Я, во-первых, уберу туда вот эти штуки. Уже легче будет, да, в конструкции? Попытаемся, хватит мощности взлететь. Так, еще больше угол наклона, но... Он летит? Ну, в принципе, летит. Там вниз, то вверх. Так, отвалился жадно. Что-то ему не хватает. Кюшки управляют, ешки, вешки у нас еще есть. Угу. Гэшечка. Так, я сниму тогда пушку, она тяжелая, да, достаточно? Беру для балласта эти штуки. Хватит подняться себе мощности. Так, конечно, нужно эту штуку пролить. О, хватает, смотрите. Получилось у меня. Так, пощель, пощель. Хорошо, пощель. Разворачиваемся, поднимаемся, разворачиваемся. Так, еще мощности можно добавить? Сложнее, да, стало? А может нужно раскрутить сначала мощность, да, раскрутить? Вот, а теперь потихонечку, после когда она раскрутилась, угол поменять. Так. Так. Нет. Так, еще не хватает мощности. Я думаю, что там что-то еще избавиться. Конструкции. Чего бы избавиться? Но мне нравится, очень крутой вертолет. Эти штуки тяжелые.
Я не могу их убрать, потому что сразу... А, так, мы вот это уберем лишнее. Что еще убрать-то такого? Ладно. Вот она, уже легче. Но у нас баланс будет херово, мне кажется. Сейчас проверим. Да, видите, какой баланс пошел уже говненский. Но мы, по крайней мере, уже хотя бы оторвались, более-менее. Вот-вот, я чувствую, он поднимается, все. Давай, давай. Давай, поворачиваемся. Ну, мне кажется, чуть удобнее управление. Мне так кажется. Ну, удобнее. Но ему нужен баланс, этим не хватает баланса. Ему немножко еще оптимизировать, он будет нормально летать. А он, скотина, не хочет оптимизироваться. Так, а контрол в другую сторону будет, да? Эй, ребята, подождите, я взлетать буду, взлетать. Уходи! Конструкция сам полетела, да? Кстати, она сам по себе летающая. Охренеть просто можно. Так, что же еще нам снести вертолета, чтобы... Чтобы грамотно уделать все это. Так, хорошо, вот эту штуку тоже можно снести. Ага, ну что, хватит тебе. Понятно, что сейчас будешь криво стоять. А, не дожму. Давай. Так, камера. Да, видите, какой дисбаланс идет вертолета. Ну, мне пришлось сделать дисбаланс, потому что он просто вообще не хотел взлетать. Ну, принцип понятен, но мы видели прошлый трет, он был как-то легче по подъему, он был настроен. Здесь как-то сложнее все сделано, но тоже круто очень. Так. Почему камера, что с тобой? Камера какая-то странная. Ладно, дорогие друзья, тем не менее, вертолет, в принципе, крутой, мне очень понравилось, на этом будем с вами заканчивать. Если вам понравилась серия демонстрации чужих этих вот самоделкинов, будем пытаться что-то такое делать. Может быть, будем чередовать, или будем надеваться в какие-то собственные проекты, но это будет очень долго, тяжко и круто, надеюсь, тоже решать, как всегда, вам. То есть, прошлая серия вам больше понравилась, где я сам делал, или мы смотрели различные интересные конструкции, смотрели, как они работают, и управляли эти конструкции, тоже, мне кажется, должно быть интересно. Отпишите, пожалуйста, в комментариях, будет интересно ваше мнение. С вами был Клауд, спасибо, что смотрели, всем спасибо, всем пока.